Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами посмотрим ролик, который попросил вот этот вот пользователь Флиппи. Флиппи всегда добивает своего. Флиппи все время спамит, спамит и спамит, когда что-то хочет. Флиппи в этом плане молодец. Я в этот раз и стал ждать, пока он начнет меня спамить. Просто... Не, ну сегодня второй раз уже напомнил мне про ролик. Флиппи молодец. Анимация Чебурашек Гена против современных мультяшек. Это очень крутая вещь. Ну что ж... Флиппи, как ты и просил, Чебурашка и Гена против современных мультяшек. Если вы, друзья мои, хотите также, чтобы я ролик какой-то глянул, пишите, напоминать, надо мне периодически напоминать. Надо напоминать. Если хотите, чтобы 100% глянул, в описании найдете у меня ссылки, чтобы можно было заказать ролик. Там условия все прописаны. Все там есть. Также там есть Boosty, на Boosty вы получаете ранний доступ, всякие там плюшки. Я тем временем ставлю лайк, уголок акра, пишу комментарии для развития. Вы, друзья мои, проделайте те же самые манипуляции со мной. Поставьте лайк, пишите комментарий. А я Чебурашка Гена против современных мультяшек анимация. А я начинаю. Нам конец! Что делать? Как так вышло? Блин, музыка такая прикольная из этой, из игры... Онлайн-шутер. Как в анекдоте, да? В анекдоте есть, ладно, не буду. Наркоманский анекдот есть такой, про чувака, который покурить на балкон вышел. На это похож, когда Гена Чебурашку купили косячок. Ты дурак! Ты дурак! Воскресный вечерок. Ты дурак! А можно без оскорблений? Я вас не оскорблял. Хорошо, один. А сейчас любимое шоу детей Барбоскины. Что это за херня? Гена, собирай наших! Я, опять же, я не знаю, как ему за авторское право не прилетело. Я тоже хотел мультик сделать про Гену с Чебурашкой. Ну, я говорил, у меня проектов много. Если потом будет финансирование, найдем мы как-нибудь, то я команду соберу. Как, у меня есть люди, которые готовы работать, но они, суки, не хотят бесплатно работать. Деньги нужны, представляете, какие подвиги, а? Что, Гена, видел, сколько народа пришло? Может, оставишь свою идею? Гена, твою мать! В отличие от тебя, я не сижу на успокоительных, и мне не насрать на то, что вокруг происходит! Они бы тебе не помешали. Конечно, как только я захочу стать овощем, я тебе первым сообщу! Поперли! Здравствуйте, коллеги! Так уж получилось, что мы давно не виделись. Я думаю, вы все устали от ощущения того, что чертова жизнь списала вас со счетов. Верно, Гена? На антидепрессантах. Охеренная поддержка, спасибо большое. Так вот, как же достало, что на улицах нас узнают только всякие... Кощей жив. Бабки да деды, с которых уже песок сыпется. А молодежь считает нас устаревшими. Пожалуй. А знаете, кто виноват? Современные мультяшки, которые забрали наши рабочие места. Они отупляют детей, не давая им узнать о нас. Но, ребята, давайте жить... Леопольд, да? Дружно. Так, котяра, твое пацифистское дерьмо давно уже никого не цепляет. Пошел нафиг. Я вот, знаешь, честно говоря, бесился, да. Давайте дружно, давайте надо. Своим хиппи, я предлагаю единственное разумное решение. Убить всех этих козлов. Что? Каждые выходные... Козел! Мультяхи-сопляки тусуют в клубе «Жир». Предлагаю прийти туда и замочить их. А после их смерти нам достанется вся слава, тёлки, деньги и это... Это есть, что ли? Замочить их, а после их смерти нам достанется вся слава, тёл... Это из этих... Блин, Скуби-Ду, это аниме какой-то, это какой-то супергерой. Тёлки, деньги, это... Как её? Творческая самореализация. Творческая самореализация... То, что Гена сказал. То, что Гена сказал, там, вот это слово. Да, вопросы? У меня вопрос. Так... Дамочка, хватит меня преследовать! Я уже кучу раз говорил, что ваш ребенок не от меня! Ну ладно.
Кто еще? Чебурашка прав. Дайте мне сказать. Конечно. Да, наше время ушло. А ведь в советские времена нас боготворили. Видишь, Гена, а ты в меня не верил. Так что... Ну опять же, как сказать, нас боготворили. Зависит от родителей, ё-моё, если родители похеру включат детям своим, смотрите всякую парашу вот эту. А адекватные заставляют смотреть. Не заставляют, а просто показывают, смотрите, какие мультики есть интересные. Какой посыл они несут и какой все. Тут тоже все. Очень показательно, на самом деле. Наш... Просто люди часто вот я ребеночек хочу, невозможно, а когда ребенок появляется, начинает вести себя ужасно, короче. И... Короче, не важно. Выход — это вернуть СССР! Но новый союз сможет подняться только при великом вожде! Очевидно! Нам нужно клонировать мозг Сталина и засунуть его в гигантского робота! Чё ты несёшь? Вам только нужно скинуться! Я уже начал разработку! Айболит, твою мамашу, ты нам весь народ распугал! Вы еще все поймете! И что теперь делать? СВД? Мстите за моих друзей. Они покончили со всеми, только я чудом выжил. Я даже смотреть не смог, честно говоря, новую реинкарнацию, грубо говоря, Простоквашиных. Такой ужас вообще. Такой ужас. Такой, на мой взгляд, я вообще прям не осилил. При том, что я потом посмотрел советскую версию, ну уже через призму восприятия своего нынешнего мира. Это такая ржака. Матроскин, это типичный кот. Это он, типичный кот. Все поведение его прям вообще котяр от котяра просто. Они заменили всех на уродские копии, и все просто смирились. Лады, мы постараемся. Моя копия говорит голосом мужика из интернов. Господи Иисусе! Этот, как его? Иисусе! Лунтик. Это My Little Pony. Смешарики тут. Эти херны что такие. А вообще похож ты этого. На лося из Happy Tree. Валерьянку принёс? Три кота? Принёс. Ой, не знаю. Меня с этого давно не плющит. Интересно, Барбоскин реально родственники? Или это все враки? Секс и инструктор. А кто их знает? Слушай, может, уединимся? Конечно, Пупсень. Я Вупсень. Фу, почему ты сразу не сказал? А, да почему всегда так? Зачем ты сказал ей? Чувак, где ты берешь такие стероиды? А какие еще стероиды? Это земля. Землица придает мне силу. А, истерион. Это Илья Муромец. Прекрати. Это же шоу-бизнес. Я все понимаю. Фиксики. Блин, эти твари даже анимированы как-то странно. Ты же не можешь убить их всех. Да, патроны жалко. Но вот их я не упущу. Я ведь... артист мечтал Гамлета сыграть, а кем я стал? О, Крёша опять нажрался. Пошли отсюда. Да блин, куда вы? Ты понимаешь, что я все вижу? Что? Как ты смотришь на эту из фиксиков? Вообще-то у нее есть имя. Я тебе больше не нравлюсь. Не в этом дело. Просто не на публике живеть. Может, уже хватит скрывать свои чувства? В твою мать, что они делают? Дай посмотреть. А знаешь, я сейчас понял, что эти новые мультяшки тоже способны на любовь, на страсть. Да, они иногда дерзкие и глуповатые, но разве мы не были такими же когда-то? Может, мой возраст просто замылил мне взгляд? Возможно, рушить догмы — это лучше... Чебурашка говорит языком взрослого человека. Очень даже сейчас взрослого человека. Забыли взгляд, действительно. Лучший способ не стареть? То, что они делали, было отвратительно. Гена, твою же мать! Звезды Барбоскиных были коварно убиты сегодня ночью. И прямо сейчас отряд полицейских готовится ворваться в дом к подозреваемым.
Мы в заднице! Что делать? Я не знаю, что делать! Садитесь на моего Сталина! Знаешь, Гена, ты был прав. Поделись таблетками. Спасибо огромное всем, кто посмотрел ролик. Мы долго над ним мучились. Если вам понравилось, то прошу поставить лайк и по возможности распространить это видео. Вот смотрите, да, вот опять же справедливости ради, я вот 6 минут, 5, пускай будет, вот сколько тут, 6 минут ровно, пускай будет анимация. Это стоит даже такой корявой анимации, не надо мне рассказывать, это корявая анимация, тут вообще корявенько. Ну, тысяч, если на минуту стоит. Ну, 1030 где-то ушло на это. Камни 50 вообще. Да, где-то 1050-60, да, где-то, в принципе, да, оно ушло. С учетом раскадровки, все это. Даже такой корявенький, опять же говорю, анимация. Я имею в виду, здесь полностью вся работа, я считаю. Озвучка, анимация, сценарий, там, рисовка, все вот это, да, 1060 ушло. Вот, чтобы вы понимали, сколько стоит. Сколько все это стоит. Анимация дорогая вещь, на самом деле. Очень дорогая. Видео. Спасибо большое. Не хотят люди, суки, за еду работать. Отдельное спасибо донаторам и каждому, кто работал над этой анимацией. Здесь все есть. Закончился ролик. Все, тут ничего нет, интересно. Вот такая вот, друзья, сегодня получилась у нас реакция. Понравилось или нет, напишите в комментариях, ставьте лайки, делайте репосты, будьте клёвыми. И всем пока.